ёлки! Да ну, не может быть! Это точно, это невозможно! Мы попали в компьютер! Вовнутрь компьютера? Стой, ты куда? А, тебя же телепортирует сейчас. Опа. Сколько мы с тобой находимся в компьютере, я могу тебя сюда телепортировать. Ну больше какие-то... не прыгай, понял? Все, давай. Какие-то микросхем очень много. Это мы еще на клавиатуре пока что, подожди. Слушай, а как так, как нас сейчас так уменьшили? Сейчас мы пройдем в самое главное место. А, это клавиатура, точно. Да, мы сейчас уйдем с этой клавиатуры и пойдем в процессор. Знаешь, зачем нам в процессор? Не понимаю. Я уже настроил, я сперва все настроил, да, а после чего позвал тебя. Это мышка, что ли? Да, это мышка. Смотри, я все настроил, а потом позвал тебя для того, чтобы мы с тобой сегодня зашли во FNAF 9, ну, это FNAF Security Breach, и там поискали, абсолютно пооткрывали все секретки. Хорошо, круто. Смотри, только нам нужно добраться до туда. Смотри, два раза на пробел. Хопа. Так, подожди, я свои волшебные способности, так скажем, сделаю быстренько, подожди. Ну-ка, сейчас попробуй. Стой, лети за мной, я сзади. Стой, на shift нажми. Вот, все, и лети за мной. Так, смотри, теперь зажимая пробел, я скажу, когда отпустить. Мы с тобой сейчас подлетим кверху. Так, летим. Смотри, прям настоящий процессор. Так, все, стоп. Теперь лети сюда. И два раза на пробел еще раз. Отлично. Круто. А теперь аккуратней, я вскрываю компьютер. Чик. Опа, что там светится? Чик. Так, тихо, я надеюсь, не сильно его сейчас поврежу. Так, тихо. Опа! Подожди. У меня все в глазах заглючило. Почему здесь нету проводов? Нас телепортируют! Ребята, только что мы начали абсолютно новое шоу. Я тут вместе с Rockstar Freddy сижу. Так, вот. Добрый день, ребята. И сейчас, о, все, концерт начинается. Наконец-то. У тебя же всегда голос добрый, что ты стал. О, концерт начался. Роксана. Монти, Алината, Чика, а также Фредди Фазбер. Ну что ж, опять Роксана. Бабаян. Мангум, ребята. Роксана Бабаян. Глэм Рок Чикан. И Фредди Фазбир. Фазбир. О, все. Начинает самое интересное. Начинает глючить. Сбой. Все. Капец. Концерта не будет. Концерт окончен. Это твой лучший прикол. Я помню. Мы какой-то ролик записывали с тобой, но. Ладно, все, мы уже опять полили, что это андермайный папа. Ну ладно. Ничего страшного, актерская роль все равно продолжится. Конечно. Так вот. Я помню ролик,
Я тоже что-то сказал, что-то сделал, он такой, ну все, концерта не будет. Или как там это звучало? Кина не будет. А, во, кина не будет. Уже пора выступать, у меня возникла неисправность. Цикл зарядки не завершен. Хотя, ребята, вы это так-то уже все видели, я, как всегда, поздновато. Хотя, что, я уже снимал как-то давно, когда он только вышел. И вот решил вернуться. Так, ну я тебя не вижу, ладно, слушай, я открыл люк у тебя в животе и забрался внутрь. Нам это не интересно. Сегодня мы будем открывать всякие секретки. Скорее всего, это растянется на еще пару серий. Скорее всего. Так, вылезаем из Федора. Выйти из Фредди. Вот ты где. Вот ты какой. Так, сейчас мы быстренько ждем, когда он это все нам проговорит, а еще лучше будет сделать. Ой, сейчас подождите, у нас тут запись немножко сейчас глюканет, наверное. Ну, потерпите, ребят. Сейчас я все исправлю. Да хватит тараторить уже, а? Я Молтон, и со мной Фредди снова, Рокстар, и мы продолжаем. Так, я подхожу к смотровому окну и сразу же нажимаю на X. Так вот, опа, Flying Mode, и что у нас тут? Так, подождите, мне всегда было интересно. А она до конца дойдет? Надо быть. Вот она идет, вот, да. Она не видит, что ли? Не, потому что я в читерском режиме. И она просто берет и исчезает. Это не клево. Ладно, возвращаемся к нашему с вами... Надо полететь туда. Надо вернуться к нашему с вами Грегори. Опа, все, Грегори, я снова тут. Грегори Кантара. Ты сегодня всем клички будешь придумывать? Ну ладно. Так, часы фаз. Отлично. Теперь мы быстренько вот так вот проходим данный момент. Так вот, все, отлично. Проходим дальше. У нас такой вот мини-спидранчик. Зачем ему часы? Это вот такие специальные часы. Шикарно объяснено. Опять будешь ли? Ставим вот сюда. И сейчас мы будем читерить опять. А еще... Так, и теперь вот таким вот несложным образом мы с вами пролетаем вот сюда. Теперь ждем, когда все прогрузится. И отлично. Мне всегда, всегда, абсолютно всегда было интересно проследить за каждым аниматроником и что он творит. Чики вообще хорошо. Она не видит? Не, так нужно. А это комната Монти. Короче, слышите звуки? Это он типа там все ломает, но его решили не делать, чтобы не тратить ресурсы игры и просто сделать разломанную комнату. А вот у нас Роксин. Роксин! Так, тихо. Ой, ёлки, не туда залезли. Металлическая челюсть. Подожди, а что внутри желудок есть у них? А, нет, просто, типа, ничего, да? Ну ладно. И следующая комната у нас это комната Фредди Фазбера. Какого фига ты тут стоишь? А, все, точно, понимаю. Ладно. Меня дальше интересует, в принципе, здесь меня ничего не интересует. Здесь мы и так все прекрасно видели. Смотри, здесь у нас есть проходик, который нас ведет в гонки Рокси. Нет, в гонки. Тут у нас происходят гоночки. Сейчас мы, получается, проходим вот сюда, да? Вот так вот пролетаем. Гонки на чем? На вот этих машинках. Сейчас у нас прогрузится здесь территория. А, отлично, прогрузилась. Но это на самом деле еще не гоночки, не совсем. Еще пока что кино не будет особого. Сейчас мы залетаем на этаж выше, все начинает глючить, но мы с вами не обращаем внимания, просто летим дальше. Ждем. Отлично, подождали. Теперь пролетаем и летим вот в эту сторону. Теперь вот так мы летим. Хопа, все отлично. Теперь осталось только пролететь сюда. Короче, я вам показываю, как с помощью читов быстро попасть в гонки Рокси. Потому что никто особо из ютуберов это не показывал. А кому-то это будет полезно? Конечно. Я тоже надеюсь. Так вот, я вообще сюда случайно на самом деле попал. И теперь просто ждем прогрузки. О, не прошло и 26 лет. Теперь мы, кстати. Теперь мы спокойно нажимаем на X и вырубаем Flying Mode. И мы с вами за Грегори тут вот. Уже в гонках Рокси. Теперь нас видят, да? И теперь нас видят, да. И это не очень клево. Теперь мы также можем себе выдать разные вещи. То есть, также мы можем, кстати, использовать какую-то миссию. А их тут очень много, вы сами знаете. Так, дальше у нас тут есть... Мы можем включить, кстати, Фредди все способности, которые у него были и будут.
Enter Exit и так далее. Так, больше ничего. И теперь мы можем использовать разные вот эти вот вещи, так скажем. Мороженые чики. Где мороженые чики? Мороженые чики. Что? Ладно, так. Но нам желательно просто взять фонарик. Где у нас фонарик? А, я за кадром играл, и у меня фонарик из-за читов сломался, поэтому бесполезно его, в принципе, брать. Ладно, идем. Так. Ну что ж. У меня какая-то зеленая полосочка там внизу, но это, наверное, из-за читов тоже. Ребят, дети мои, не читерите. Золотые слова. Так, давайте на всякий случай сохранимся тут. Вот это прям спи... Ребята, я просто пропускаю сейчас всю игру, нормас вот так вот. То я пробрался, называется. Так, берем 12-е сохранение и просто переписываем его. Отлично. Теперь мы бежим вот сюда и видим... Ага, тут у нас видим Рокси поломанного. Ой, не Рокси, а вот этого помощника водителя. Можно, в принципе, зайти в инвентарь и просто теперь поискать что-то связанное с Рокси, а потом вот этот шлем. Так, давайте его как раз и поищем. Так, ретро-компакт-диски всякие. Так, одна билет. Штуковина. Что такое штуковина? Ну, возьми часы. Фонарик возьму. Часы у нас и так есть. Глазурь фас, что? Изгляшу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. На самом деле тут много чего есть. Да японский, ребят! Ну что ж, ребят, мы с вами сейчас бежим в сторону каких-нибудь более, так скажем, интересных моментов. Я вот думаю, а может... Да ну нафиг, давайте просто слетаем вообще до того места, где у нас находится данная голова. Сейчас я еще вспомню, где она находится. Она находится на каком-то складике, насколько я помню. Так, сейчас, подождите, я вспомню, откуда я пришел. Откуда я пришел, подождите? Откуда я пришел? Вот, я здесь был. Отлично. По логике мне нужно сейчас отлететь вот в эту сторону. Ничего не понимаю, честно. Так, здесь у нас какие-то штучки-дрючки. Они нам не нужны. Так, еще одна дверь. Куда она нас ведет? Она нас ведет... В детский сад. В детский сад захотел? Там, где солнце-то это. Что туда зах... Нет, это в другом месте вообще находится. Ребята, мы нашли то самое место. Ну, что это было? Здесь, вот по истории, мы должны будем убить Рокси. Нет, это просто здесь пожар, типа. Ну, пожар должен быть по логике потом начаться, но почему-то его решили разработчики сразу же сделать. Заранее. Опять же ресурсы, чтобы не... Здесь уже Рокси валяется, готовая. Так, ну если у нас тут готова вот так вот Рокси лежит, давайте мы заберем Рокси глаза вот эти, да? Ее сейчас давайте забираем глаза. Глаза Рокси, отлично. Отлично, у нас есть глаза. Это очень клево. Теперь мы сохраняемся. Так, быстрее сохраняемся, потому что сейчас будет один из самых опасных моментов. Мне страшно. Потому что ты не знаешь, что сейчас будет. А я-то знаю, что сейчас будет. Так, тихо. 3, 2, 1. Я читер, я все могу. И она бежит, и теперь... страшно! Капец. Теперь мы врубаем fly mode. Отлично. Все, она нас потеряла. Короче, она там типа кричит, верни мои глаза, я нифига не вижу, но я тебя чую. Смотрите просто вот на эту вот ужасный аниматроник теперь. Хотя не, я даже такой Рокси, в принципе, хороший аниматроник. Даже так. Мальчик, это Грегори. Почему ты прячешься от него? Да потому что он хочет жить. Так. Ну что, нарвемся на скрин? Да. Хочешь скример? Да. Давай. Окей. Давай. Ты тупая? Ребята, тут, короче, есть... О. Что с тобой не так? Мальчик-банана. О, у нас отлетело вообще... А, вот, все нормально. Так вот, ребята, я, короче, что сейчас предлагаю? Давайте сейчас напоследок... Хотя нет, почему напоследок?
что-нибудь мы еще успеем сделать? Я предлагаю нам сейчас слетать в секретную комнату в детсаду. Да. Да. Папа у нас ничего не видел, ему всему... точнее, Rockstar Freddy, да. Он нифига из этого не видел, поэтому ему все будет интересно сейчас посмотреть. Да. Я просто на него сейчас посмотрел, так, типа, что ответь. Так, ребят, подождите, я потерялся. Во времени. Так, тихо, тихо, я сейчас пойму, где. Так, это у нас... Склад. Вот, вот у нас мертвая Рокси лежит, безглазая такая. А нам нужно сейчас... Во-во-во-во-во-во-во. Там, короче, по сюжетке, типа, мы едем на машинке и сбиваем ее. Ну-ка. Короче, совершаем ДТП. Или как там правильно? Отлично. Дорожное транспортное происшествие. Туалеты прям на проезжей части, вообще шикарно. Вдруг приспичит. Не, ну прям на дороге, чтобы сюда влетели, да, кто-нибудь. Ты что делаешь? Озвучиваю. Что? Сюжет. Как воздух врезается в стенки? Хорошо, окей. С собой все в порядке. Ты новый язык себе придумал? О, кстати, ребята, рассказываю. Залетаем вот сюда, залетаем вот... Нет, не сюда. Так. Тихо, тихо, тихо. Застрял, потерялся. Где я? Где я? Кто я? О, так вот, рассказываю. Здесь мы вот так вот пролетаем, да? И перелетаем. Сейчас, подожди. Show time of ready. Ну, короче, где-то тут у нас находится проход к этому к спринг-трапу, но мы к нему пойдем чуть попозже, в следующей серии, скорее всего. Понятно. А в этой серии я хочу посмотреть на секретную комнату в детсаду. Поэтому. Здесь ничего нет. Нет, еще не все, да, не, подожди. А здесь у нас что? Что это за место? Оно мне неизвестно. А это что за место? Оно мне неизвестно. Подождите, я тут вообще куда-то непонятные места залетаю. Так, ладно, все, сосредоточились, мы летим в детсад. Где у нас детсад? И вообще, чего мы такие медленные? Давайте скорость сегодня прибавим немного. Там буквально на... Было 120, станет 150. Сделаем 270. Нормас. 150 и еще вот так вот 2 ноля. Нормас. Я боюсь, что так и будет. А я, кстати, опять все сломал. Ну что, ребята, поехали. Что со мной не так? Да не такой уж я и быстрый, на самом деле. Так, сейчас я, подождите, вспомню, куда... Нет, подождите, ошибся. Очень даже быстрый. Так, тихо, нужно подтереть немного число. Давайте... Давайте 120 вернем, так будет лучше. Наверное. Да нет, не это имел в виду. Так, мы... Полгода будем идти до места назначения. Давайте сделаем 100. Так вот хотя бы. Отлично. Так будет лучше. Ну, в принципе, почти как было. Только я на буквально там 100 больше сделал. Или сколько там. Так, и подождите, я заблудился. Мне нужно найти... Да, японский. Мне нужно найти место, откуда мы пришли. Чтобы тут через это же место... Я вообще опять потерялся в пространстве. Что будешь делать? Где я? Опять я здесь, а? Давай думать логически, откуда я мог прийти. Скорее всего, тогда оттуда, да? Хотя нет, не мог. Подождите, как это было? Как это выглядело? Я понять не могу. Подождите.
Я нашел проход. Так, теперь, короче, вот так вот пролетаем по-быстренькому. Так, вот так вот летим, 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 летим. Еще летим. Отлично. Теперь тяжелая прогрузочка, но красивый результат. Еще не все. Я говорю, еще не все. Конец. В смысле, все сломалось? Рукопопия такая вот штука иногда. Иногда оно включается, а иногда его нету. Его нельзя ждать. Оно может появиться абсолютно незаметно. Да может вы нормально уже включитесь? Я ж не понимаю вообще, где я. В принципе, я знаю, где у нас находится детсад, поэтому подлетаем сюда и ждем, когда прогрузится. Я знаю, где детсад. Я же в детсаду. Да, все. Добро пожаловать в детский садик. Давно сюда не возвращался, да если честно, не хотел бы. Да и в реальности, и в игре. Мы вот так вот летим, да, там. И, короче, приземляемся. Мне интересно, а что если я сейчас нажму на Excel-очку, вырублю флаймод. Солнышка нету! Мы без солнышка! Ты представляешь, в детском саду нету главного выносчика мозгов. Где солнце? Солнца нету! Ура! Главного выносчика мозгов нету. Но он там спит. Сейчас мы к нему залетим, не беспокойся. Так, нажимаем вот сюда, потом нажимаем на ну. И летим к нему туда внутрь. Сейчас у меня прогрузится комната. Так вот, это одна из самых секретных комнатка. Вот. Нет, это игрушка. Ее, наверное, уже все и так знают, но я, если честно, здесь ни разу не был. И мне было очень часто, ну, как вы видите, интересно прийти сюда и посмотреть. Так, здесь у нас находится секретный проход, который сейчас не откроется, потому что мы не проходили, а просто читерили. Ну что ж, бежим еще раз. Открываем дверь, и вот у нас вот эта комната. По многим теориям, с которыми я, в принципе, согласен, здесь какое-то время жил Грегори. Потому что он, как мы знаем, сирота плюс бездомный. Вот. Ну, смотрите, тут у нас есть вот такой вот туннельный проходик. И сегодня я еще хочу для нас также... Так, мы можем, в принципе, вот это все открыть. Так, также золотой подарок. Где у нас золотая луна? Весь ролик один... Так, заговор игровых автоматов. Ну что ж, нажимаем на Е, и у нас начинается мини-игра. Старт. Слушайте, мне музыка нравится. Что она делает? Что она делает? Подождите, я не могу двигаться. Хоть говорите, что я застрял в этой ловушке Джокера. А, я понял! Стой, не трогай! Я понял, я знаю, что надо делать. Тихо! Давай! Нормас! Тихо! Нормас, так, все, живем. Один шарик остался! Нужно срочно подобрать, где-то еще один шарик. Так, тихо, аккуратно. Птицы! Что такой звук был? Да опять, ты со своим кино. Так, ну что ж, попытка вторая. Из трех. Так вот. Так, нормас. Ну, музыка вообще зачет, конечно. Я чуть-чуть пяточками не зацепил. Зацепил пяточками. Вот эти пяточки ваши роковые. А, один шарик! И ноль. Опять этот звук. Опять. Ну что ж, ребята, финальная попытка. Поехали. Я все хочу добиться того момента, как солнце сойдет с ума. Но смотрите, если нам в этой серии не получится, то я попробую в следующей серии.
поскольку я решил ролики особо теперь долгие не делать. Вот, поскольку... Ну... Да ну нет! Да ну не надо умирать! Ну все. Название. Выйти из игрового автомата. Имейте в виду, мы сюда обязательно попозже вернемся. Конечно. Так, ну что ж, я предлагаю теперь выйти и посмотреть на детсад свысока от лица солнца и заканчивать наш ролик. В принципе, он недолгий, но достаточно интересный. Конечно. Знаете, сколько мы секреток открыли? Мы с вами открыли одну секретку, поиграли в мини-игру и зато потерялись в гонках Рокси. Это тоже достаточно интересно. Так. Так. Опа, отлично. Вот, здесь мы, как вы видим, у нас невидимые стенки, и мы сюда никак не пройдем. Мне интересно, что будет, если мы сейчас с вами вот так вот пролетим, да? И типа выйдем из мода вот этого нашего флайского. Вот здесь вот так вот. И сейчас выйдем. Не, все, солнце решило нас покинуть. Поэтому, в принципе, окей, ладно. Тогда всем спасибо за просмотр. С вами был Монтон Фредди и Рокстар Фредди. Всем пока. Ну что ж, всем пока. Ну что ж, ребята, старая добрая рубрика от Undermine для тех, кто остался в ролике до конца. Мы с вами сейчас пойдем и откроем еще одну секретку, а именно с Бёрнтрабом секреточку. Да. Я, скорее всего, ее не буду проходить, потому что она довольно сложная, и это будет ролик прям на миллион часов. Rockstar Freddy, я боюсь, меня убьет. Да. Поэтому, ну, вы сами слышали. Поэтому сейчас по-быстренькому сгоняем и кабанчиком. И просто я вам покажу, что там да как. Выходим из слайм-мода и быстренько заходим в лифт. Зашли. И быстренько заходим в лифт. Зашли. И быстренько заходим в... Так, ну у нас есть второй вариант, как это можно пройти, в принципе, так. Всем пока. Все, кино не будет. Ладно, у нас Rockstar Freddy ушел, я остался один. Ну и ладно, ну и пусть. Истинные друзья никогда не бросают, а этот бросил, значит, не друг. Все понятно. Куда я делся? Непонятно. Скорее всего, здесь у нас находится вот это место с Сандропом, да? Японский магнитофончик, а? Где я? Я вообще там, где я не хотел оказаться? Слушайте, ну это место мне... Я, кстати, люблю. Это место мне очень нравится своей добренькой атмосферой. Ладно, гонки Рокси, они в той стороне. Гонки Рокси, деньги находят, бродят, бродят. Залетаем, летим. Вот у нас еще одна дверь. Сейчас мы ее тоже пролетаем полностью всю. И отправляемся... куда мы с вами отправляемся? В гоночки Рокси, да. Угу. Вот сюда залетаем. Отлично, теперь ждем загрузки. Отлично, у нас гонки Рокси с вами загрузились, и теперь здесь мы ищем комнату с тем самым Бёрнтрапом. Ну, или же еще как его поподнять не назвать, для тех, кто не знает, кто такой Бёрнтрап до сих пор. Это Спрингтрап. Только более поломанный. Вот. Если можно так выразиться. Собственно, сейчас мы ищем нужное для нас место. А где оно? Ребят, а где то самое место? Ладно, сейчас подождите, я поищу его за кадром. Короче, ребята, я тут сейчас в ролике летал-летал и, короче, затупил, потому что понял, что эта же комната здесь вообще, оказывается, находится. Так, опять же, мы не будем проходить данный момент, а просто я вам покажу все это дело. Так, теперь нам нужно пролететь вот в эту сторону, пробиться через вот эту монти-фигню, и еще дальше пробиться, и вот он, тот самый лифт. Теперь мы в него заходим, нет, вниз, вниз, вниз. Едем вниз. Летим вниз, вниз, вниз. А теперь выходим из лифта в эту сторону. Нет,
Опять ошибся. Вот в эту сторону. Нет, опять ошибся. Или в эту. В какую сторону, ёпалочки, палочки. Подавился немножко. Теперь мы просто пропускаем момент, потому что тут момент с эндоскелетами, а я, как знаете, к эндоскелетам плохо отношусь, именно из FNAF 9, потому что они стрёмные и сложные. Фредди Фазбер's Pizza Place. Я не ожидал, что я когда-то сюда попаду. Это прям моё любимое место. Так. Я не помню, зачем эти генераторы здесь вообще нафиг нужны, но нас сейчас интересует другое. Это, конечно же, наш с вами Молтон Фредди, ну или еще как его там называют, Блоб. Поехали. Кстати, как я понял, это уже после того, как пиццерия сгорела, и она погрузилась под землю, поставили эту ограду. Получается, это место реально не забыто. То есть не только... Я думаю, даже не только вы, не почему-то. А, кто-то еще в этом замешан, даже кроме аниматроников. Не знаю кто, но кто-то в этом 100% замешан. Так, ну что ж. Вот сюда вот так вот залетаем, сейчас будет наш с вами Блоб здесь. А вот и он. У нас тут сверху Бэйби, как видно. Дальше у нас тут, кстати, одна из секреток для тех, кто не видел. Подождите, я потерялся. Вот. Вот так вот залететь если в текстурке, то можно увидеть здесь секретную маску марионетки. Вот она. Превьюшечка. Отлично. Все, улетаем. Так, ну и в принципе, я здесь дальше все посмотрел. И я предлагаю нам отправляться в ту самую следующую комнату. Так вот мы с вами падаем, как вы знаете, и здесь мы оказываемся около Бёрн-трапа. Я предлагаю нам сейчас появиться вместе с Фредди. Вот так вот, хопа. Все, давайте вот так вот вместе с Фредди. Сейчас мы с вами тут появимся. В том самом месте. Сейчас, подождите, я потерялся немножко опять. Так, это что за текстура? О, вот Блоб дышит. Нам вот так вот сюда. Сейчас мы вот так вот вырубаем флаймод. Меня убили? Ладно. Ну, в принципе, мы все знаем ту самую катсцену с Бёрн-трапом. Я не вижу особого смысла ее показывать и как-то рассматривать, поскольку ее тоже уже смотрели на других каналах. Я предлагаю, смотрите что. Давайте так, если вы попросите где, в моем телеграм-канале или просто ко мне в ВК напишите, ну или в инстаграме, и попросите, чтобы я, например, все-таки показал прямо битву с Бёрн-трапом, или, например, катсцену полную с Бёрн-трапом, или еще какие-то моменты, то пишите. А в следующей серии мы пооткрываем еще каких-то секреток. Ну, всем пока, с вами был Молтон Фредди, ну я уже это говорил, ну и там где-то Рокстар Фредди ходит.